Так, он сразу в коробочке. Значит, они вот таких вот небольших коробочках. В каждой коробочке по 50 штук. У вас здесь 10 коробочек, то есть 500 штук масок. Хорошо. Значит, для сотрудников, в основном дворники, электрики, сантехники. На уборке. Защитными масками обеспечат трудящихся курортного района. 14,5 тысяч масок будет выдано организациям, работающим с населением. В рамках оказания содействия управляющим организациям, обеспечивающим помывку и дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, были сформированы заявки на средства индивидуальной защиты, направлены в администрацию, и во исполнение требований 121-го постановления правительства Санкт-Петербурга администрации был получен заказ, сформированный заказ, и сегодня мы его привезли в жилищное агентство для передачи его управляющим организациям ТСЖ, ЖСК, обеспечивающим деятельность по управлению многоквартирными домами. Администрация передала нам 14 с лишним тысяч масок защитных. На сегодня мы определились с управляющими компаниями, кому сколько мы данных защитных средств передаем. Расчет основывался на количество дворников, которые работают на дезинфекции парадных многоквартирных домов, а также с учетом количества других рабочих специальностей, таких как сантехники, электрики, которые также непосредственно связаны с обслуживанием многоквартирных домов. Сейчас вот мы с вами видим, значит, это выдача управляющим компаниям и ТСЖ ЖСК расчетного количества масок, после чего эти сотрудники будут выдавать сами маски непосредственно работникам своих организаций. Администрация курортного района предоставила партию медицинских масок управляющим организациям ТСЖ и ЖСК в целях исключения рисков заражения сотрудников данных организаций новой коронавирусной инфекцией. До этого закупки необходимых дезинфицирующих средств управляющие и подрядные организации выполняли за свой счет, неся значительные затраты на их приобретение и выполнение работ. Меняем через каждые 2 часа. Хорошо. Маски будут распределены между управляющими компаниями, чтобы выдавать работникам. Это дворники, электрики, сантехники и другие сотрудники организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Эти действия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, по которым сотрудникам управляющих организаций ТСЖ и ЖСК необходимо производить уборки помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах с использованием средств индивидуальной защиты, в том числе в одноразовых защитных костюмах, в медицинских перчатках, в одноразовых медицинских масках, в бахилах и защитных очках.